Всем привет, приветики! Вы на канале Айка ТВ. Мы продолжаем играть в игру «Сказочный патруль». Наш телефон, задание. До завершения осталось почти 12 часов. Давайте сейчас телепортируемся на чердак. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. И посмотрим, что мы можем здесь улучшить. Можно купить вот эту рамку за 1000 монет. Плюс доставка 300. Но это слишком дорого. За доставку платить 300 монет. Мы сами отправимся сейчас в город. Купим эту рамку в магазине, который находится рядом со сказ-товарами. И вернемся назад, на чердак. Мы в магазине. Давайте купим эту рамку. Она стоит 1000 монет. Вернемся на чердак. И повесим эту рамку на стену. Очень хорошо. Давайте телепортируемся в город. У нас есть незавершенное задание. Давайте посмотрим. Мы сейчас заплатим 83 кристалла, чтобы оно сейчас закончилось, завершилось. Получим награду. Побежали. И будем дальше работать с Мышкинской службой помощи. Мы получили 150 монет. Получили также новое задание. Это мужчина, который находится в парке около эстрады. Бежим к нему. Пока в игре каких-то глобальных задач нет, сейчас мы будем копить денежки, монетки для покупки рамок и вас, чтобы улучшить наш чердак. Вот мужчина. Не узнаешь меня? Как же так? У меня очень популярный блог про нас, Мышкин. Поможет добыть кое-чего для следующего обзорного видео. Ему нужна саламандра. Фото саламандры. Давайте отправимся в лес. По дороге будем собирать растения. Фотографировать сказочных существ. Лисички. Ботинок. Средний бабай. Мы направляемся в сторону автобусной остановки. Я думаю, что мы там точно встретим саламандру. И по дороге пофотографируем. Воронец белый. Ботинок. Ребята, хотел бы вас спросить, в какую бы нам игру поиграть вместе.
Пишите свои предложения в комментариях. Белый копытник. Закончился дождик. Я думаю, все-таки нам надо вызвать дождик с помощью волшебства. Только тогда мы сможем найти саламандру. Крапива. Лисички. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, на канал Айка ТВ. Вот саламандра. Давайте сфотографируем ее. Отлично. А вот и еще. Возьмем для коллекции. Мандрагора. Белый копытник. Ботинок. Лисички. Давайте телепортируемся в парк и выполним задание мужчины, отдав ему фотографию саламандры. Благодарю от всей души. Ты очень славная девочка. Забежишь позже, я смогу тебя отблагодарить. Завершить задание, использовать один кристалл. Заберем награду. 30 монет. Посмотрим новое задание от мышкинской службы помощи. Ее просит мужчина, который находится около выхода в парк. Побежали? Одна моя знакомая просто мечтает получить подарок несколько необычных вещей. Держи список. Если справишься, монет не пожалею. Давайте посмотрим, что нас ждет. Нам нужно найти варежку. Она здесь где-то в городе. А вот и варежка. Давайте сделаем фото. Выкопаем куст астралиста. И вернемся к мужчине. Вот, спасибо. Какие все-таки у нас мышкины милые дети. Зайди попозже. Через 10 минут или 4 кристалла. Да, будем использовать кристаллы. Заберем награду. 50 монет. И новое задание от мышкинской службы помощи. Этот же мужчина и просит нас помощи. Не узнаешь меня? Как же так? У меня очень популярный блог про нас, Мышкин. Поможешь добыть кое-чего для следующего обзорного видео? Ему нужно фото эхо. Эхо в парке. Давайте сбегаем. Тут не видно эхо. Давайте подальше пробежим. А вот и эхо. Хорошее фото. Давайте вернемся. Бегония. Одуванчик.
А вот еще эхо. Мы в городе. Давайте выкопаем Асоку. И отдадим фото эхо мужчине. Вот спасибо, какие все-таки у нас мышкины милые дети. Зайди попозже, у меня до тебя кое-что будет. Давайте используем 20 кристаллов и завершим это задание. Заберем награду. 75 монет. Требуется помощь. Давайте посмотрим, кому. Это женщина в парке. Побежали в парк. Не узнаешь меня? Как же так? У меня очень популярный блог про нас, Мышкин. Поможет добыть кое-чего для следующего обзорного видео. Давайте взглянем в телефон. Ей нужен единорог. Пони-единорог. Давайте его поищем. Я думаю, что мы недолго будем его искать. А вот тут. Делаем фото. Отлично. Выкопаем куст бегонии. И отдадим фото. Вот спасибо, какие все-таки у нас мышкины милые дети. Зайди попозже, у меня будет кое-что для тебя. Кристалл. Наши кристаллы закончились, такого количества у нас нет. Отложим. Будем ждать. Давайте телепортируемся в город. А вернее, давайте телепортируемся не в город, а прям сразу на чердак. И займемся улучшением чердака. Поставим вот эту вазу. На этом мы будем заканчивать. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Ждите новых серий. Пишите в комментариях, в какую игру хотите поиграть со мной. Всем пока!